Только что мы подписали передачу целостного имущественного комплекса Горловской городской администрации теплоснабжающего имущественного комплекса, передачу ВП «Донбасс Теплоэнерго» и государственного собственного Донецкой Народной Республики. Значит, в принципе, мы приняли сегодня себе на баланс 42 котельные и все имущество, которое принадлежало городу и когда-то было передано в аренду ЧАЭС Горловской теплосети. На сегодняшний момент у нас стоит задача проинвентаризировать это имущество и разработать мероприятие подготовки этого имущества к отопительному сезону. Частично что-то предыдущий собственник выполнил. Теперь мы будем включаться в работу, выполнять все необходимые мероприятия в рамках подготовки к отопительному сезону 2016-2018 году. Также у нас еще в планах, значит, есть создание абонентского отдела, который до этого принадлежал ЧАО «Горловкотеплосеть» на базе, на основании той базы данных, которая нам передается вместе с целостным имущественным комплексом. Поэтому я хочу заверить всех жителей города Горловки, которые раньше получали услугу от ЧАО «Горловкотеплосеть», что все те проплаты, все те начисления, которые выполнялись, они все будут, естественно, учтены, и никто не потеряет ни копейки, так сказать, заплаченные за услугу предыдущему собственнику этого имущества, который осуществлял подачу этой услуги. Поэтому мы, в принципе, сегодня разработали, у нас есть дорожная карта, план мероприятий по поводу, как мы будем, скажем так, подхватывать уже в середине подготовительного периода данное имущество. И я хочу всех успокоить, мы сможем его довести до состояния подготовленного к отопительному сезону и запустим отопительный сезон, и люди получат тепло дома. Также мы стремимся улучшить качество подаваемой нашей услуги. Тарифы пока на стоимость 1 гигакалории останутся прежними, как были согласованы ранее за предыдущие периоды. Поэтому я думаю, мы эти все моменты мы постараемся сгладить так, чтобы они прошли более-менее гладко и люди не почувствовали, что раньше это имущество было у одного собственника, а теперь оно перешло в государственное предприятие. Потому что на сегодня мы являемся, согласно указу главы республики, гарантированным поставщиком тепловой энергии на территории Донецкой Народной Республики. И никто, кроме нас, эту услугу подавать не может. Поэтому мы взяли на себя такое обязательства, руководство республики возложили на нас эти обязательства, поэтому мы, я думаю, сможем, как и в прошлом отопительном сезоне, провести его достойно и подадим для людей стабильно тепло в дома. Поэтому хочется в заключение отметить, что данное, считаю, событие является знаковым. Это одно из последних, последнее предприятие, которое, в принципе, должно было перейти целостным имущественным комплексом в государственную собственность на баланс управления ВВД «Донбасс Теплоэнерго». Сегодня это осуществилось. Дальше будет ряд технических мероприятий, которые мы осуществим в ближайшее время и будем, в принципе, в целом все теплоснабжающее имущество города Горловки эксплуатировать и на благо жителей города Горловки.